участников номинации «Групповое Азия дефиле» на сцену. Project Sekai номер 1, номер 3 Dragon Rock, номер 4 Магическая битва, номер 5 Genshin Impact, номер 6 Dragon Rock, номер 7 Fate Grand Order, номер 8 Genshin Impact, номер 9 Человек-бензопила, номер 10 Рыцарь-вампир. И наши уважаемые жюри проходят посмотреть на костюмы участников вблизи. Поддержим всех участников громкими аплодисментами. Фотографы разрешаются фотографировать. Участников напоминаю, что в поле работает фотоугол, и все желающие могут находить свободного фотографа и фотографироваться в специально отведенном для этого месте. Конечно, лучше отложить этот момент для перерыва. Зашла про внефизические активности. Напоминаем, что на фестивале в поле функционируют целых 3 стенда. И вы обязательно можете навестить их. На свои места громкими аплодисментами. И еще раз мы должны громко-громко похлопать нашим уважаемым участникам группового Азия дефиле. Ребята делают для вас шоу. Поддержим их аплодисментами. Мне бы хотелось выразить огромную благодарность центральному отделу Pixel Dub Production. Вы видели? По их милости в коридоре стоит бесплатный джаз-дэнс. Но не спешите, уважаемые любители танцев, вы еще успеете оторваться, потому что прямо сейчас начинается второй блок кавер-дэнса. Мы убедительно просим звуковика включить музыку погромче, потому что сейчас начнется просто нереально.